эти марафоны целителя. Что в этих марафонах? Раньше вы во время этих марафонов дышали, сейчас этого делать не нужно. Я понял, что люди мешают мне работать с вами, и решил, что человек может пассивно проходить данные семинары, просто сидя перед экраном с открытыми глазами или закрытыми глазами, сидя рядом со мной. Какие методы я использую? Я использую методы целителя. Существуют ли они? Конечно, откройте любую книгу, Библию, многократные методы исцеления от Соломона Якова и заканчивая огромным количеством людей, которые имели возможность исцелять других людей прикосновением. Иисуса Христа, который накладыванием рук помогал людям, Петра, да и Пантелеймона, ну и так далее. Райха, который придумал целую систему исцеления других людей. Анатолия Михайловича Кашпировского, Алана Чумака, те люди, которые миллионами людей ставили людей на ноги, избавляли их, пасторов, которые в огромном количестве помогают людям на сегодняшний день, кто бы что ни говорил, кто бы во что не верил, и паспорты, и мулы, и там какие-либо буддийские монахи и так далее, они умудряются, хоть это и происходит не часто, но они все равно умудряются помогать огромному количеству людей, и это все происходит вновь и вновь. Я вывел некую такую теорию, это теория моя индивидуальная, это теория помощи другому человеку с использованием мною разработанного метода, который называется метод исцеления. Сюда входят практически все известные и существующие на Земле методы влияния на людей с элементами их исцеления. Все эти элементы я использую, это их я использую около 800 штук. Все их я перечисляю и объясняю, каким образом это происходит. Если вам это интересно, если вы болеете каким-либо заболеванием, милости прошу, практически на 99% могу дать вам гарантию того, что пройдя такой марафон, вы на протяжении года избавитесь, от большинства заболеваний, которые у вас есть. Особенно таких заболеваний, как там заболевания позвоночника, заболевания ног, там диабеты, там бафлебиты и так далее. Очень много людей уже были на таких вебинарах. Скажу вам, что последний, тот, который будет, это уже вебинары и системы целительства нового поколения. Я использую новые системы, их людям я просто не даю, наверное, но со временем, скорее всего, выпущу семинар «Альманах целителя», где буду обучать вот такие методы использовать. Они непростые, они достаточно сложные, многогранные, огромные, их очень много. Кто был на этих семинарах, наверное, мог бы сейчас сказать, что там происходит.